Любовь Чумак, 71 год, Санкт-Петербург. Выйдя на заслуженную пенсию, Любовь Михайловна решила заняться своим здоровьем и поняла, что есть проблемы. Где-то с 20-го года я ежедневно измеряю глюкозу в крови, утром натощак. И очень часто бывает, очень повышенный, до 7 проходит, иногда даже бывает больше, чем 7. И у меня всегда гликированный гемоглобин выше нормы. Врач-терапевт сказала, чтобы избежать развития сахарного диабета, надо правильно питаться, избавляться от лишнего веса. Любовь Михайловна следует рекомендациям врача, но показатели сахара остаются прежними. А еще появилась сухость во рту и головокружение. Женщина боится, неужели ей суждено перейти эту границу и стать диабетиком? Как этого избежать? С этим вопросом она и обратилась к нам. Я пришла к доктору Мясникову, чтобы узнать, почему у меня не снижается сахар в крови. И что можно сделать, чтобы это не переросло в диабет.